Болливуд в армянской семье. В главных ролях Демельян Курюн в роли Ранвира, Асатурян Ваграм в роли Протапа, Кочан Артем в роли Гинты. Протап, тебе нужно поехать в Бомбей, чтобы решить это очень важное дело. Я надеюсь, ты готов, брат? Конечно, Ранвир, я всегда готов. О, могучий Ранвир, у меня к вам очень важный разговор. Зачем пожаловала Гитта? Неужели твой разговор столь важен в сей момент? Приехала моя подруга с Бомбея, и я хотел бы попить с ней кофе. Как смеешь ты прерывать мужской разговор? Неужели ты не боишься своего господина? Я с мужем разгарнису свой нос, скотина. Так, я не понял, как ты разговариваешь с своим братом, женщина? По-моему, кто-то забыл свое место в этом доме. Когда я тебе что-то говорю, надо меня слушать. Ударив Гинту, Ранвир просто не знал, кем Гинта была до свадьбы. А ну иди сюда, парни. Ты что, перенюхала мои доски после работы? Пускай кофе теперь варит тебе люто. Ты вообще воняешь. И жили они после этого долго и счастливо. Может быть, наверное. Вот и конец, ребята.